Я первый раз в Мариуполе. У меня очень интересное впечатление. Я сама из маленького города, Кривой Рог, и я считала, что Мариуполь — это такой же промышленный, индустриальный, очень мрачный город. И я приехала несколько так настороженно в этом плане. Но на самом деле город меня очень порадовал. Он очень солнечный, он очень морской, он такой курортный больше, очень позитивные, расслабленные люди. И мне очень нравится старая архитектура этого города. И он какой-то такой правильно неспешный. Мне очень понравилось. Он очень меня удивил. Очень много образованных людей, которые... Мы встретили нескольких таксистов, которые говорят по-украински. И это было очень приятно. В общем, очень открытый народ, очень прекрасный город. Он какой-то солнечный и очень позитивный. Мы даже в Лунапарк съездили на волне позитива. Да. А на море ходили? На море мы ходили, да. Море прекрасно. Ну, это море. Мы не могли пойти не поздороваться. Вчера на концерте очень многие люди... Девочки Duck Daughters наши выступали вчера в рамках открытия Google Fest. И я заметила такую картину, она меня очень порадовала. Стоят, ну, у нас на районе такие пацанчики в Адидасе, значит, у него олимпийка с три полоски, штаны три полоски, адики, кроссы три полоски, барсетка и кепка-уточка. И я ожидала, что он будет сейчас как-то... И он настолько с такой лучезарной улыбкой пританцовывал под эту музыку, и я подумала, да, это наш город, да, это очень круто. И вот этот персонаж мне очень запомнился. То есть это как-то воплощение моего впечатления, очень позитивно. Что отличает мариупольскую публику от киевской? Они, наверное, менее искушенные, и они с меньшей претензией приходят. Если наши приходят, я заплатил там за билет, да, или какой-то афишу видел, ну, типа, ну, мы уже видели, удивите меня. Не все, слава богу, не все. То эти, в принципе, пришли уже радостно, готовые, и они не знают, что такое фрик-кабаре. Некоторые пришли, особенно женщины постарше, фрик-кабаре, то есть это что-то такое странное, то есть как заражать чем-то будут. Но настолько это круто, они настолько пританцовывали и притопывали там, как-то это было очень здорово, очень позитивно.